Прилетит по-любому, светить будет. Ну, одно время, если он прилетит просто с миссии поднасрать и улететь, ну, это хрен с ним, переживем. У меня заградка такая, что я его снесу. А вот что касается, если он туда решит, блядь, постоянно летать, ну... Так, а у серенького что там? У серенького тоже заградка, и неплохая. 40 секунд, о, нормальненько. Ну, то есть, welcome, курятник. Но, блядь, стоит падлу эту позвать, она появится. Да он, наверное, не на нас летит, что-то Да как ты сплю, сплевывай траектория. почаще, блядь. Куда же ему еще лететь-то, блядь? Не-не-не, поворачивает на нас. Он хочет на Викторию Винетта подойти, блядь. Так что если ты прикроешь Винетта, я думаю, он тебе это... Я обнаружен. Так ясен пень, блядь. Всплываю. Ай-яй-яй-яй-яй. Прикольный какой курятник, блядь. Ныряй, ныряй, ныряй. Да, наверное. Под лодочкой. Подводник, да. Хо-хо-хо-хо-хо, да. Даю шумку. Смоленск О, приперся. О, Смоленск. май год. Торпеды слева по борту. Торпеды. Видим, видим. На меня повесил, Торпеды слева сука, по борту. уже. Курятник прикольный. Торпеды по левому борту. Подводник нырнул. Торпеды за кормой. Две, три, готов. Отлично. Отлично сыграно. Блять, мне нравится мне советская баллистика, блять. Сука, я не выруливаю, блядь. Зачем я оттормозился, сука? О май гад, я проскочил. Это та торпеда, которая должна была попасть в тебя, я ее на себя взял. Я же забыл, что у меня вот эта штука есть. Бей, 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 бей по нему. Все, бей. По Смоленску. Там не может. А, тут еще шимка бледела, бледва, блядь. Это я ее торпеда словил, оказывается, блядь. Я уж хорошо про Смоленск подумал, блядь. Я пошел точки брать. Мне здесь не нравится. Заебал, блядина, своими пожарами, блядь. Вот смотри, Дим, как получилось, блядь. Стоило тебе, блядь, вольтануть одного, который должен был светить там или что-то еще, в порт отправить, и все, и фланг наш. Просто, блядь, да, хорошо. да. Ну, нам повезло, что подводник слишком жадный на ремку. Блядь, ты смотри, он заливает, сука. Ну, это Смоленск, он держи, такой. Серенький, отходи на 16 километров. Других вариантов у тебя да, нет. Я уже на 17. Вот, но он значит, уже не ты попадает. Просто доедаешь то, что было раньше послано. Вообще, ты, он у тебя, вернее, должен хорошо впитывать, блядь. Блядь, сука, сейчас ебуть. Ты, да, Отмансеешь? Походу, я сейчас О-о-о.
блядь, у меня эффект такой же, как ты, чуть не кончил, серенький был. Не, нихуя смешного я не вижу в этой ситуации. Фу, блядь, а так я красиво шел, блядь. А этот падла сейчас здесь появится, блядь. Будет точку в обратную сторону брать, пытаться. Я про Симакази. Либо она в тебя скидывалась, блядь. Да, меня, конечно, скидывалась, я светился. Фу, блядь, чуть не обкакался, блядь, или обвисился. Сейчас подойду поближе маленько, дам РЛС. Ну вон он, Смоленск под люком, блядь. Опять тебя разминать взялся, блядь. Нет, вон этого. Индета или кто он там, Индета, блядь. Меняй курс, серенький. Шима, блядь, наверное, уже это отожралась, блядь. Я его не пробиваю, блядь. Да как так? Картошка, сука. Доедаю. Блядь, из-за света вышел. Серенький, тебе свет нужен? Там Смоленск, если что. Да, да мне вот Смоленск надо подсветить этого ебаного. Сейчас, сейчас я подожди, блядь, потому что, ну, я понимаю, что... На, вот все уходит, падла. И опять Шимка здесь, сука, она вот тут где-то. На фланге, на фланг ушла, блядь. Смоленск, какая подлюка, ты смотри, блядь, что делает. Серенький, он тебя просто изнасиловать хочет, самым естественным способом. Он меня хочет прям на туре. Да, вот Шимка сделала свое мерзкое дело. Вот она. О, отлично. Он в дымах, что ли, там? Я ее не вижу, блядь, она за дымами. Я РЛС дал. А чё он? РЛ... А это, дымы от РЛС спасают? Да откуда? У тебя РЛС просто не это... кончилось. Короткое. Ну да. Ну все, ханурики мне, наверное. Да, в основном от Смоленска, блядь. Работаю по нему. Ну, там в дымах стоит правее. Стрельни, а вот и работает. Стрельни, блядь. Я имею в виду Шимку, блядь. Серенький, сведись на дымы, я туда иду. Угу. Стрелся уже. У меня, правда, гапа нету, но я сейчас поближе подойду на форсаже. Торпеды прямо по курсу. Да, она в конце дымов стоит. Угу. Видишь торпеды, ты серенький? Да. Наша команда близка к победе. Торпеды слева по борту. Ага, две пас... готов. И где ты, красавчик? Куда ж ты делся, под люка, блядь? Так, ну, вот Шимка, оно. Вот он. Ой, это я не достану. Смотри, прям рядом с ним, ну. Увидели, каким пламенем тут? Ну да, у него еще камуфляж такой. Вот, кстати, из Шимок вот это самый пиздопротивный камуфляж, по крайней мере, для меня. Неполадки устранены. А, в плане чего он пиздопротивный? А у меня белое с зеленым, блядь, на фоне синего. Зелено-синим плохо воспринимается. Я его, блядь... скорость не могу определить. Он, если будешь играть против таких, вот мне он вообще больше всего не нравится, этот камуфляж. Я не знаю, только он на эсминцев ставится или на кого-то еще идет. Но я видел именно на Шимаказах. Пойдем, серенький, забрали эту сволоту борзую, блядь. Простите за мой французский. Это был КУ. Ват.
Вадим и Мас какой-то. Вадимас, да. Бог с ним, Вадимас, так Вадимас. О, курятник зашевелился, ожил, блядь, шинку убили. Угу. А все почему? Фартануло, что убили мы сразу подводника? Ваша скромность, она прям... Не-не-не, я бы его не убил, если бы его не засветили вовремя, его долго светили. Да-да-да. Всего 1000. Ни хрена я не играл, оказывается. Ну ладно.